Какая красота! А если чуть быстрее? Ну-ка! 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 Какого хрена? Это кто? Дядь, ты что здесь забыл? Так, надо выбрать самое отстойное место, на котором только можно выживать. Так, постойте. Но ведь здесь нет России. Как управлять этой глистой? Что за головастик? А мы растущая фиговина. О, нифига себе ты выросла! Только была маленькая штучка. Помню как-то еще. Как же наша хрень может эволюционировать, а? Шип, атака и разрушение. Прекрасно, как мне это воткнуть? Ну-ка иди сюда, черт. Сюда иди, говорю. А я встану за вами паровозиком. Иди сюда. Сюда иди, говорю. На тебе в жопу. Получай, черт. На тебе еще. Знаете, а ведь это обычная вода. По утрам мы встаем, берем стаканчик водички, выпиваем его, не подозревая, что тут происходит. Это что за хрень? Пошел к черту! Ну-ка! Отстань! Ха-ха-ха! Какое зло я тебе сделал! Что ты хочешь меня сожрать? Я пытался. Честное слово, я пытался. О, привет. Выглядит мерзко. Наверное, так все и должно быть. О, наконец-то! Наконец-то мне разрешили делать какую-то неведомую хрень! Так, самое важное — защищать жопу. Поставим на жопу две колючки, чтобы никакая хрень не решила к нам подойти. Вот, да, именно так. Так, и наша жопа должна быть намного больше. Так, сосисочка готова. Идеально. Готово. Добро пожаловать в этот новый жестокий мир, жопошип. Как тебе мой зад на вкус, а? Попробуй, отведай, давай попытайся. Давай попытайся, попытайся меня куснуть. А, попытайся еще разочек, у тебя плохо получается. Ты подохнешь, тварина. Я что, его теперь съесть не смогу? Вот отстой, а. Нифига себе. Это я так с пару сваливаю. Слушайте, можно уже эволюционировать, я просто какая-то конченая сосиска. Я ничего не могу сделать. Это что такое? Что это за фиговина? Что это за хрень? Я сожрал что-то с жопой светящейся. Ну и ладно. Нет, это электрик. Это электрик Семен. На кого ты будешь учиться, сынок? Пап, я хочу быть электриком. Да пожалуйста, вот тебе две шишки. Теперь ты не только жопошип, но и... Я не знаю, что это. Кого и что? Это за хреновина? Сюда иди. Смотри, что есть, а? Смотри, что тебе покажу, а? Смотри, что у меня есть, а? Кто это меня тут бесило? Сюда иди, говорю. Блин, то чувство, когда встречаешь такого же дебила, как и ты на улице. Мы его дебила сожрали. Так, давай. Ты сможешь. У тебя появится мозг. Ты же не зря учился 4 года на электрика. Ну слушайте, теперь однозначно мы сможем сделать жопорука. Так, куда бы прифигачить тебе ноги? На жопу или на голову? Я думаю, что это прекрасное место. Поставить ноги на глаза. В общем, я очень долго старался, очень долго мучился и включил все свое воображение и весь свой талант, чтобы сделать. Маленькие домкраты вышли на сушу. Кстати, кто заметил, что наша планета называется Сливочечка? Я хочу найти себе немножко поесть. Нужно найти кого-то, кто отбился от стаи, чтобы потом его сожрать. Наша штуковина умеет свирепо рычать. Давай, на один, а? В смысле? Как эта хреновина смогла меня убить? Не очень-то и хотелось. У меня кошаки по ночам так же делают, слушайте. Ладно, пора бы найти что-нибудь себе уже похавать. Что это такое? Давайте изучим. Это какие-то неизведанные кости. И мы нашли себе кусочек ноги. Эх, нам бы найти что-нибудь покушать, потому что жрать-то хочется. Что это за хреновина? Сюда иди, я буду тебя жрать. Давайте убежим лучше, а? Ну его нафиг. Я лучше элегантно покину эту область. Ты что, будешь меня преследовать? Ах ты черт, а? Ах ты черт! Слушай, я уже согласен на переговоры. Давай поговорим. Нифига себе, вот как просто оказывается дружить с такими же жопоруками. Ту-ту-ту-ту. Остальным совсем пофигу, что происходит. Ну и ладно. Ням-ням-ням-ням. Они убежали. Окей. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Футбольчик.
Что это за хрень? Как это работает? Ну-ка сюда иди. Ну-ка, пинай его. Тащи чужое яйцо с собой. Пинай! Пинай! Футбольчик. Мальчики походят на качков. Сейчас я тебе покажу. Сейчас покажу тебе. Каково это делать удар с разбега? Больно, больно, ладно, я передумал, прости, прости. Ты хочешь идти к моим жопорукам? Они-то тебе покажут, как нападать на своих. Парни, 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 вы меня защищать будете? Парни! Вот тебе и еда. Еда. Так, самое время поиздеваться над нашим существом. Что это такое? Это что, лапы что ли? Ё-моё, что это за хреновина? Мне она нравится. О, у нас есть злобнохват. Ну-ка, злобнохват выглядит намного лучше. Блин. Знаете, не буду говорить все-таки на что это похоже. Ладно, тебе с этим жить. Ну-ка, смотрите, какая штуковина есть. Она намного интереснее тех ног, которые у нас есть сейчас. Самое то. Я не могу перестать смеяться. Представляю вам. Не знаю, что это. Футбольчик. Мальчики походят на качков. Игра в ножички плавно переходит на улицу. Чё за...